На ресурсе «Лента» 21 марта, почти в 4 утра, появилась такая статья. Я читать... Дарья Белоусова отправилась судиться из-за съемной квартиры. О чем же тут говорится? Актриса Дарья Белоусова, которую заподозрили в отношениях с артистом Михаилом Ефремовым, потребовала более 300 тысяч рублей от хозяйки съемной квартиры. Об этом пишет «Комсомольская правда». Издание пишет, что после смертельного ДТП с участием Ефремова он остался в съемной квартире Белоусова, откуда на следующий день его вывели в наручниках. Спустя несколько недель после аварии хозяйка жилья Анна Захерман заявила, что Ефремов и Белоусова нанесли ей урон. Что Ефремов и Белоусова нанесли ей урон на 365 тысяч рублей. Разбили окно, сломали холодильник, плиту, украли пылесос, раскололи унитаз, прожгли и выбросили ковры, матрас, покрывало, занавески, подушки. Ну... хозяйка. По информации издания Белоусова судится с Захерман. В середине января актриса обратилась в Басманный районный суд с иском и потребовала вернуть 317 тысяч рублей, поскольку после ДТП хозяйка выселила ее из квартиры, оставив себе страховой депозит и 177 тысяч рублей за 2,5 месяца проживания. Дам ссылочку, почитайте подробности. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и будете узнавать самые интересные новости. На этом все.